Тверская школьница примет участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Накануне старта нового сезона телевизионного проекта наша съемочная группа встретилась с тверичанкой и узнала, чем она будет удивлять членов жюри и зрителей, а также о том, как готовиться к выходу на большую сцену. Полина спешит на занятия вокалом. Пением школьница занимается уже 8 лет. Помнит, как впервые пришла на урок. К слову, желание у нее появилось из-за старшей сестры, которая уже на протяжении нескольких лет ходила в вокальную студию. Туда же захотела ходить и Полина. Попросила маму, чтобы она отвела меня в эту же студию. Можно выразить свои эмоции, чувства. А во-вторых, наверное, потому что я наслаждаюсь вокалом. Мне это интересно, нравится. Полина поет в необычном стиле под названием «Йодель». Это особая манера без слов с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков. В этом году тверичанка получила 2 гран-при и стала лауреатом первой степени международных вокальных конкурсов. Впереди у школьницы еще более волнительное и очень важное событие. В ближайшие дни Полина отправится в Москву, чтобы принять участие в крупном федеральном вокальном проекте «Голос. Дети». Она уже успешно прошла отбор из 1000 участников и слепые прослушивания, в итоге став полноправной участницей шоу. Для нас это действительно событие. Мы не строим никаких серьезных планов. Мы уже рады тому, что мы участвуем в этом проекте, что Полиночку заметили с ее оригинальной манерой пения «Йодель». Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе станут наставниками нового сезона шоу «Голос. Дети». Кого выберет Полина, держит в секрете. Говорит, все узнаете по ТВ. Проект стартует 14 февраля. Давайте вместе болеть за нашу землячку.